Всем подписчикам и зрителям на канале большой привет. Сейчас я хочу вам рассказать об одной идее. Пытаемся собрать малошумящий вакуумный насос и компрессор на базе вертикально-роторного компрессора от бытовых кондиционеров. Советские кондиционеры были, это были БК-1500, БК-2200. Там хороший компрессор применен, именно роторный, не поршневой, который позволяет на всасывании, то есть на входе, опускать давление почти до нуля, то есть хороший глубокий форвакуум. Поршневые этого не позволяют сделать. Сейчас, и плюс к этому он малошумящий. По высокой стороне он может накачивать давление до 0,2 МПА, то есть до 20 килограмм по давлению. Для этого мы взяли этот компрессор вертикальный, подобрали корпус соответствующий, и в качестве ресивера будем использовать бачок от Фреона. Этот бачок хорошей емкости и испытывается на хорошее давление, то есть он будет вполне держать давление 10 атмосфер. Сейчас я покажу, как работает этот компрессор на всасывание. Вот сейчас компрессор мы включили, он еще у нас не на амортизаторах, на резинках стоит, но уровень шума очень небольшой. И давление, посмотрите, по механическому он опускает почти в ноль. У нас манометр смещен на 1 килограмм, то есть он получается грубо начинает с 0,1 и опускается в 0. Посмотрите, я... То есть он показывает остренка единица, и мы его, когда подключаем к вакууму, вот, он его опускает в 0. То есть, конечно, не идеальный вакуум, но я думаю, что в порядка 1-2 мм опустили давление. Это лучше намного, чем у поршневых компрессоров. И он к тому же малошумящий. То есть в качестве ресивера будет использоваться вот такой бачок из-под фреона, который имеет емкость около 20 литров. Будет расположен в верхней части у нас. И мы сделаем еще и осушитель на входе, для того, чтобы можно было отсасывать всякие пары воды. Спасибо за внимание.